Это «Краснодар сегодня». Мы продолжаем наш выпуск. Марафон мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы в Краснодаре, продолжается. Один из важнейших этапов – поздравление участников Великой Отечественной войны. По решению Гордумы в этом году ветеранам кубанской столицы, еще не имеющим звания почетный житель Краснодара, их присвоили. В числе первых из рук Веры Галушко получила удостоверение Антонина Николаевна Иванова, заглянула в гости к свидетельнице тех событий. Наша съемочная группа. Совсем скоро Антонина Николаевна отметит свой 98-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, она не потеряла и крохи памяти. Потому гостям и теплым разговорам в ее доме рады всегда. Сегодня на огонек к ветерану заглянули председатель Гордумы Вера Галушко, заместитель главы Западного округа Валерий Зубенко и депутат Игорь Самохин. На заседании городской думы Краснодара было принято решение наградить вас почетным знаком города Краснодара за заслуги и присвоить вам звание почетный гражданин города Краснодара. Спасибо. Вы этого заслужили. Сейчас ее платье украшают медали и ордена, а тогда, много лет назад, пыль и грязь. Молодого 19-летнего бухгалтера призвали на фронт в апреле 42-го. Это был первый призыв девушек. И хоть можно было избежать участия в войне, она вызвалась сама. А затем прошла ее всю и познакомилась на ней с будущим мужем. Вместе они дошли до Германии и были участниками одного из самых страшных событий – Сталинградской битвы. Вот там, где вы были, там живого ничего нет. Ничего нет. С утра до вечера бомбежки, с утра до вечера похороны, с утра до вечера слезы. Ну, понимаете, условия такие были. Не было ни воды. Нам не могли подвезти продукты, не с того, что их не было. Не проезжала эта машина с этого, бомбили. И мы по трое суток даже были без еды. Ну, все. Ну, кто мог, выдержали. Теперь все это осталось лишь в памяти ветеранов. И благодарность нашего поколения к живым свидетелям войны не иссякнет никогда. Доказывают это регулярные подарки, почетные знаки и грамоты, объятия и теплые слова. Я вот много раз была в гимназиях, проводила уроки мужества. И кругом нас встречали очень хорошо. Очень хорошо и очень благодарны. Меня и сейчас приглашает он в 92-ю гимназию. Говорю, с удовольствием. Бегом бы побежал, уже не могу. Мы вам искренне желаем, конечно же, здоровья крепкого. Но вместе со всеми встретить 75-ю годовщину победы советского народа над фашистской Германией. Живых свидетелей Великой Отечественной войны в Краснодаре становится все меньше. В год 75-летия Победы гости с подарками придут к каждому из них. Ведь внимание – такая нужная мелочь, которую мы можем им дать в благодарность за мирное небо. Анастасия Федотова, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар».